Слушай, страшно, нереально. Почему тебе страшно? Не знаю. Ты сидишь в закрытом подъемнике. Вот в том и страшно. Обычно они открытые. Я закрытых ни разу не видел. Зато теперь понял, как он переезжает эти штуки. И как? Ну, не сверху. Уверенно, находится сверху, смотри. Угу. Видишь? Да. Лыжина находится сверху, и эта лыжина просто, получается, сверху переезжает или снизу, соответственно. Mm-hmm. Смотри наверх. Mm-hmm. Видишь? Uh-huh. Рельс. Yeah. Он по этому рельсу тоже проходит. Охуевшие русские туристы без скипаса залезли на подъем, обмутили. Во, а здесь, смотри, вон лыжная трасса, вон вниз. Ну да. То есть, в принципе, покататься можно. Чё, прыгай? Чё? Куда? Покататься? Покататься. Чё, горлышко начинает болеть? Всё нормально? Нам сейчас еще подниматься придется, ты понимаешь? Я догадываюсь. Ну, мы сейчас не до Термага, конечно. По-моему, до Термага. Нет, пока. Нет, не до Термага. Мне кажется, мы к Термагу спускаемся. Не, выше. А? Знаешь, куда? Там, где мы вчера, там позавчера, по-моему, покупали эту самую. Еду? Да. Ну, так это 3 шага от нашего этого. Да, один поворот. Да. Блин, предлагаю глинтвейна еще выпить где-нибудь. Сейчас предлагаю сначала пойти в ванну залезть. Да, да, да. Слушай, ноги пиздец. Постирать шмотки. Угу. И посушить ботиночки. Слушай, а у тебя... Подожди, а у тебя ботинки какие? Ты что, в них по снегу пойдешь? В туфлях? Да. Да. Охереть. Я не буду переодевать. Вот мы будем, блин, крутые. Одна, блин, на каблуках 10-сантиметровых. Другой в туфлях, блин. Заебись. Слушай, я никогда на таком не катался. Ну, круто. Ты знаешь... Смотри, написано «не раскачивать». Угу. Давай раскачивать. Во Франции были либо такие же креселки, но вот без такой штуки, либо были кабинки... Смотри, я не знаю, как отсюда вылезать. Отсюда. Ты приехал, спрыгивать. Когда ты. Нет, нет, ты приехал, когда. Ну, поднимаешь и спрыгиваешь. Ну, не вот. спрыгиваешь. Не туда спрыгиваешь, нет. Ну, там есть как. Эспрессо номер один. Вот, а обычно кафешки вот такие, вот так ну, вот оно будет. Видишь. Слушай, ну что-то да, как-то у них это с. Да ну, утопающая херня, реально утопающая. Мне кажется, сюда стрёмно приводить людей. Да не, ну не то, что стрёмно, нет. Ну просто кто на что это? А, знаешь, когда мы спускаемся, по ходу дела, там, где инструктора стоят. Помнишь? А, да, все вспомнил. Ну, ладно, не очень. Главное, за ней уехать обратно. А то чувак охуеет просто. Мы приехали, блядь, покататься. Мне понравилось, чувак. Хорошая каталка. Хоть на чем-нибудь покататься. Ну да, без скипаса весело не спускаться. Ножка мерзнет, ножка мерзнет. Ой, как мерзнет ножка. Что это за газ, что за баллон? Это отопление, что ли, да? Да. Блин, как мне нравится запах из печек. Вообще просто... Ну, а он, я вижу, где кончается, да? Да, но я не вижу, на что вон там. Вон лавина. А. То есть один поворот, и мы на месте. Ну, отлично. А трактора тут, да? Угу. Ну, вот там, по-моему. Да, вон. Вот он стоит, по-моему. Или не стоят уже. Уже не стоят. Касса. А мы без кассы.
Слушай, вообще я видела, чувак приставал со сноубордом куда-то так, да? Может, он его наточить шел? Может быть. Так, теперь самое интересное. Не-не-не, рано, покажи. Сейчас.